Здравствуйте, друзья. Начинается очередная запись очередного фильма. Не просто очередного, а примерно 3200-го. Этого не может быть никогда. Все отдают мне должное. Количество этих фильмов, ой-ой-ой, зависит только потому, что у нас мало просмотров. Нас, меня и моих друзей, соратников, мало знает, наука вообще отвернулась, причем сделала это специально. Не дай бог поступит команда, все плодопитомники, ученые, все ГСУ, все НИИ, плюс еще академии, университеты, институты, всех учить по-настоящему прививать, а они этого не любят. Вот что есть, то есть. Я имею в виду, не любят как именно прививки, именно вегетативную гибридизацию, как способ селекции. Что есть, то есть. Вот. И вы это прекрасно знаете. Поэтому сейчас мы будем продолжать и продолжать. А сегодня интересная тема. Вот почему. Сейчас объясню. Вот, смотрите, вот это вот фотогалерея, да, вот, и я не раз вам ее показывал, это за пределами реальности, но это несколько поколений по особым способам, наслоение ментора, это открытие, я так уже начинал все с Мичурина, потом забвение, запрет, потом Железов, поэтому я называю это наслоение ментора Мичурина тире Железов. Тире железо. Вот. А вопросы никак не заканчиваются. Один из них злободневный, болезненный, связан с приближением зимы. Что я сейчас делаю? Вот всю красоту показывать. Это невероятное количество. Это каждый год вот такое. Поэтому что я придумал? Будем продолжать по частям. Значит, был звонок от сегодня от Железовой Татьяны Александровны. Она моя невестка. Вот Сергей дожили до того, что устроился крановщиком на завод. Один из лучших садоводов России. А почему? Потому что как садовод он России не нужен. Хотя имеет диплом агронома. Но не нужен. Не нужен как специалист. Вот. А я сейчас ищу лихорадочно фотографию Тани Железовой. Такой какой-нибудь эффектную какую-нибудь. Какую-нибудь эффектную. Мне нужна такая эффектная фотография. Потому что она задала вопрос, на который я собрался ответить не только ей, но и всем вам. Таня, где же ты делась? О, пусть будет вот это. Итак, значит, перед вами фактически руководитель плодопитомника Железовых. Так, я ушел от дел, я сохранил за собой звание фермера, но, как бы сказать-то, почти в отставке. Я продолжаю консультации, вот сейчас будет моя консультация. Вот, я помогаю этой молодежи, вот, но чисто управленческие функции перешли к Тане. И она задает вопрос, звонит панике, Константинович, самый момент такой впереди, отправка посылок. Но каждый день несколько звонков, звонки тревожные, пугающие. Значит, где-то вот, кстати сказать, вчера, сегодня 28-е, на Урале вчера выпал. Свердловская область закрылась снегом. А представьте себе, что оттуда пришел заказ на саженцы. И человек уже в панике. Значит, существует оптимальное время, и мы об этом поговорим. Сразу скажу, что это просто средняя цифра, первая декада октября. Она родилась в результате моего многолетнего опыта, который этот опыт я передал молодежи. И сейчас я решил сделать так. Я сейчас
Включаю. Так, где они у меня? Фото, нет, нет, они здесь. Ага, вот эту фотографию плодопитомника. Прошло еще несколько лет, и было бы еще больше, но тогда бы никогда в этот фильм не закончили. Я сейчас буду эту фотографию последних 20 лет. Я их 10-20 лет. Я их буду фотографировать. Я их буду сейчас комментировать. Сразу скажу, друзья мои, привыкайте к моей манере. Все привыкнуть не могут. Один из 100 из вас, каждой из сотни, это обстоятельные люди. Они требуют, чтобы я отвечал так, как примерно лектор в аудитории. Пункт первый. Берем, точим инструмент. Пункт второй. Копаем ямку. Пункт третий. Размер ямки такой. И так далее. Нет, друзья. Вот. Мне больше нравятся, например, такие, как их назвать? Их можно назвать такие комментарии. Например, комментарий такой. Значит, я смотрю ваши фильмы, вы меня заражаете и заряжаете. Таких примерно половина из каждой сотни. Попадается более редкий комментарий. Например, я включаю ваш очередной фильм, напоминаю, их уже 3200. Включаю очередной фильм. И под это самое, где-то в середине фильма, сладко засыпаюсь, плюс здоровым крепким сном. Я не обижаюсь. Это мой, кстати, это моя манера, я так же делаю. Вот. И отдаю себе отчет, что наши люди – это один из тысячи. И смотреть меня будет один из тысячи или один из 100 тысяч. Потому что большинству россиян не до этого или просто... их интересы лежат в другой плоскости. Получить санкции, посадить в надежде, что вырастут. Пока ни черта не растет по стране, потому что покупают их, я их называю мертворожденные, обреченные на смерть или уже сразу мертвые. Вот, ну что, поехали. Значит, здесь нет никакой системы, даже по годам. Допустим, вот эта фотография вот сейчас раз высветилась. Сделан в 2008 году. Получается, 14 лет назад. Но все это актуально. Перескакивать буду. Почему? Чтобы не дать заснуть. Непоследовательно. Вот взяли землю, вот она такая, а потом, значит, обработали, потом это. И нет. Все в перемешку. Поехали. Это мой принцип. Большинству нравится. Так, значит, питомник. Как видите, протяпаны, пришла весна, прививки сделаны были мною на коленях, повторяю, это 4 лет назад. Кстати, мне надо вернуться и посмотреть, идет ли запись. Бывает всякое, идет. 14 лет назад, значит, мой сын Артем приезжал с Украины дважды и помогал, подрабатывая. Так, значит, под бутылками идет день за два, за три. И когда в апреле делаются прививки, то в течение ближайшего месяца под бутылками проходит 2 месяца. И именно вот эти саженцы успевают вызреть до зимы. Напоминаю, короткое лето. Самое большое препятствие к развитию северного садоводства, о чем практически никто не знает и даже не задумывается, в чем причина массовой миллионоразовой гибели. Вот в этом коротком лете, когда приходит, даже он дожил до осени, пришла зима, а он не вызрел, у него не хватает того месяца-двух, чтобы полностью вызреть, и тогда он переживет сибирскую зиму. Ага, не получается. Вот, пожалуйста, вам один из секретов я раскрыл, что это не просто питомник, это питомник будущего. Повторяю, под бутылкой идет... месяц за 2 месяца. И вот именно они-то и прославили меня, эти саженцы. Именно они сейчас по всей России расходятся. А представляете, когда майские праздники, уря, на юге уже деревья отцвели. Уже в Сибири цветут деревья. Нет, идут в магазин за саженцем, полудохлым. Когда, если он не умрет, когда он вызреет? Ну что, идем дальше. Ну, понятно. Вот они, горшки. Понятно, это самое, закрытая корневая система. Если с открытой, то с здоровенным этим самым комом земли. Это один из наших клиентов, 13-й год.
Вот. Значит, питомник должен быть не зарощен травой. Это сад. Вот видите, на ближнем плане яблонька, да? Видите, тут черный, при него этот самый зеленый газон. Вот это основа основ. Никакой перетяпки. Но дело в том, что, открываю секрет, 2 годами раньше здесь был питомник. И лучший из лучших саженцев, вот этот, вон там, в самом уголочку слева, тоже взрослые саженцы. Вот. Если приглядитесь, вон посреди питомника саженец, ему уже 2 года остался. Вот он, если кое-что. И он там остался. И это постепенно становится маточным садом. Следующий этап. А потом уже просто садом. Молодых деревьев берутся черенки, вот с этого вот на переднем плане. Яблонька, вот на ней прекрасные веточки. Уже с этого возраста и даже годом раньше уже берутся черенки. И не надо бояться, потому что сразу, ой, надо со взрослого брать, потому что там устоявшийся, устаканившийся геном, а здесь ты что, вот тут разброс качеств. Да какой бы ни было бы разброс, яблоня или груши, они остаются яблони и груши, и если он должен быть 500-граммовый, а порт, вот, или Golden Zales, он и будет 500-граммовый. И груша, гигант под Москвой, если 500-граммовая, она и будет 500-граммовая. Хоть с 2-3-летнего дерева бери черенок, хоть с 10-20-летнего дерева. Но с молодого-то дерева черенков больше. А говоря про питомник, мы обязательно должны сказать про заготовку черенков. Поэтому я вот столько и вам рассказал. Но питомник тяпается. Там черный пар, это значит минимум мышей. Так? Раз черный пар. Вот. И никто не мешает молодому саженцу развиваться. Так, ну что, следующая фотография. Вот это вот посылка, я ее запомнил, потому что Сергей полдня делал коробку, получил заказ из Санкт-Петербурга. Это тоже старая уже довольно фотография. Вот, сколько ей лет-то? Ну, неважно, может быть, 5-8 лет. Когда я ему уже передавал дела, пришел заказ на 100 саженцев в Питере, в Санкт-Петербурга, и вот он эти 100 саженцев укладывает. Интересно было другое. Прошел год, и он мне говорит, пришел заказ еще на 100 саженцев, вот это уже чека. Значит, первой сотни проблем не было, а вы на рынке купите 100 штук. И через год-два у вас будет ровно ноль. Но мы это еще будем проходить. Сильнейшая обрезка, связанная не только с тем, чтобы коробка влезла. Кстати, это персики. Да какие красавцы, видите? Вот. Но не только ради того, чтобы коробка влезла, а ради того, чтобы лучше прижилась. Обрезка предпродажная обязательно. Люди у меня, когда я продавал еще несколькими годами назад, вот, слезами умывались, валидол пили. Я психовал, говорю, уезжайте, пока не обрежу, не продам. Не нравится, уезжайте, я позориться не собираюсь. И вас подводить не собираюсь. Вот еще пример. Подготовленный. Это осень. Так, дальше. Вот это вот так получилось. Вроде бы зима, а вроде бы как их называть, вроде бы. Ну, это как бы мини-парнички под этим бутылками. Нет, это дело было так. Пришла весна, скорее всего, это вторая половина апреля. Все уже привили, расслабились, накрыли бутылками, и бах, вернулась зима. Нормально, под бутылками плюс. В данный момент под бутылками плюс. Так, ну, я некоторые буду пропускать, иначе я никогда не закончу. Ну, здесь, если еще короче, то получается вот именно с таких деревьев, молодых, примерно 3 года, яблоньки, может, 4, скорее 3, с них уже взяты веточки на прививку. То же самое. Прям питомник, посреди питомника уже, это абрикос, уже остался абрикос навсегда. Посмотрите, сколько с него срезано черенков. С молодежью, и не надо этого бояться. И одно из то, что говорят, там на мечуре насылаются, взрослое дерево, с него надо брать. Много вы со взрослого черенка возьмете? Чтобы взять со взрослого черенка, его надо изувечить.
А эти вот я все взял, допустим, 10 черенков с этого абрикоса. И ни черта ему не случилось. Мне еще ни один таким способом, обрезая просто последние годы, еще ни один не погиб из сотен. Ну, сами понимаете. Вот она, ранняя весна. Получается, это сверхранние прививки. Каждый день дорог. Сегодня рано, завтра поздно. Чтобы не опозориться, надо мерзнуть самому. Морозить себе кое-что, но обязательно нужно вырастить, привить как можно раньше. Вот это бригады подряд. Сергей делает косой срез, делает этот самый рассеп, вставляет, а его помощник обматывает и замазывает торцы. Ну вот, пожалуйста. Вот так это крупный план. Вот. Ну, это фотография об чем? Значит, она сделана, сейчас вот сообрази-ка, весной или осенью. Ну, она может такой выглядеть и весной, и осенью. Почему? А, не, вон Сергей слева, вон его, это значит весна прививает. Вот. Склон. Это все посажены абрикосы, это питомник, а наша тема питомник. И вот они абрикосы. Посажены. Обратите внимание, вокруг них вытаял снег. А значит, что они сейчас не подвержены выпреванию основания штамба и корневой шейки. Видите? Вот. Этому же помогает еще и южный склон. Так. Вот такая же картина примерно. Вот. Это мы прикупили лет 6-7 назад новый участок. Вот он, на скромных полмиллиона. Вот еще чудо, потому что другой участок мы такой же за миллион купили. У нас выбора не было. Сколько там это. Вот. Государство денег этих землей не дает. Так будто там одни враги работают. Я утверждал и буду утверждать всю жизнь. Надо не просто дать каждому по гектару земли, включая новорожденного младенца, который родился, допустим, сегодня 28 сентября, месяц, допустим, на оформление, 28 октября младенец месячного возраста должен иметь свой гектар. Причем уговаривать, навязывать, предлагать, подводить все инженерные сети. Только бы взяли, и только когда мы людей вернем на землю, приучим, что дети будут не в этих самых, не в вонючих городах, не в душных железобетонных квартирах, а будут жить на земле, бегать по сельским улицам или там по дачным массивам, ну уже не дачным, а по жилым. Вот, в одноэтажную Россию вернемся, и тогда у нас и дети будут здоровы, и минимум будет этого самого, и не будут травиться выхлопными газами. Вот это все надо вернуть. И главное, что когда захотят китайцы или американцы нас еще расчленять, 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 каждый уже не за просто, как бы сказать, назвать мифологическую или там виртуальную Россию, а за свою землю, за свой гектар пасть порвет. Понимаете? Порвет пасть кому угодно. В каждом доме будет 3, 2, 3 позволяет это самое законодательство дробовых оружия. А выстрел из даже двустволки картечью, он смертельнее, чем пули. Пули еще поди, попади. А картечью с закрытыми глазами не промахнешься. Это мое лозунг, мой призыв. Нет своей земли, у человека нет родины. Все эти сказки, которые нарисованы в этом самом, в Конституции, что мы хозяева земли. Во! Попробуйте вы эту землю взять, хозяева. Вы еще и за кладбищенские по 2 метра за квадратных заплатите, хозяева. Вы поняли, к чему я призываю? Дать людям землю, дать. Когда это случится, тогда люди будут знать, что это мое. И попробуй меня забери ее. А все вместе, миллионы таких квадратных метров, это и будет наша Родина со здоровыми детьми. Пошли дальше.
Вот. Это тот же, что прикуплен, только вот это косогор. Обратите внимание, что этот косогор стал частью питомника. Ну как, тут уже садить сложно, крутовато. Туда я просто взял и этот косогор засадил абрикосами, и вы видели более свежие фотографии, умопомрачительные, правда, нет? Вот. А всего-то они были пересажены, вот слева тоже питомник, это уже забор внутри хозяйства. И слева наше, и справа наше. Забор просто по инерции никто не снимает, потому что руки не доходят. А так получается, что оттуда саженцы были перенесены сюда, вот, 3 годами раньше. Вот результат. Так, ну, примерно вы уже поняли, что такое я уже демонстрировал. Пропускаем. Значит, есть отдельная тема. Она интересна тем, что вот погиб саженец, привитый. Видите, от него одно воспоминание в виде бирки, да? А из земли вылез то, что мы называем подвойный саженец. Караул, что с ним делать? Я в таких случаях поставлял бы чаще, если бы, ну, любопытство побеждает. А что из него будет? А будет ли он тем дикарем, который когда-то 38 лет назад мы называли маджурский абрикос, который вырос гиганта, я назвал патриархом, но который сам уже умудрился оккультурить в моем саду слегка. Вот. Но все его потомки, вот видите, вот это вот, плюс еще влияние привоя, пусть уже мертвого, но он был живой, и тут вырастают прекрасные плоды. И когда у вас такое будет в питомнике, или даже так, вы с питомника этого купили саженец, у вас может редкие случаи гибели, но они могут быть. Вот же, прям питомник же погиб, погиб. Значит, что получается? А погиб, но не погиб. Вот это дерево вполне заменит, мне заменило дерево привитое, пусть привой погиб, но прекрасный саженец остался. И даже тот, кто заплатил за него деньги, кто получил, вдруг по каким-то причинам привой возьмет, но умрет. Ну, возьмет, да, ну что ты будешь делать? Он возьмет и умрет. Вот. То, что вылезет снизу, это будет прекрасное дерево. Оно еще, оно никогда вас не подведет. Это пусть будут плоды скромнее. Вот. На уровне Амура, Артема. Вот. Вот такое вот. И ничего не случится. После того, когда у Ваулина, директора Миасского института, выросли мои сеянцы, готовые саженцы покупал. Вот такие вот. Вот. Когда они оказались все разные, все вкусные, он их даже называл все сладкие, и все живые, и все здоровые, и урожаи. Знаете, как он сравнивал? Вот у него получилось там до 42 килограмм с молодого дерева, там, допустим, 8-10 лет, до 42 килограмм. Ну, это 6-8 ведер, поняли? Вот в это время в соседнем научном саду средний урожай на стулья взялись 600 грамм, не 40, а 600 грамм средний. Вот. А претенденты на такие же, то есть выписанные им же в других районах, еще меньше, там 400-500 грамм с дерева. Грамм, грамм. Вот. И представьте себе, что вот такое чудо погиб привой, ничего, подвой был, есть и будет. Попробуйте от подвоя избавиться, замучитесь. Выпилите за подлесную землю, через 3 года у вас опять будет такой же, даже раньше. Так, ну раз уж говорим про саженцы, я не могу обойти наших суперспециалистов. Вот. Володя Тотара, Владимир Александрович. Редчайший случай. Вон за его спиной. Видели? Продают южные саженцы. Вон они. Вот. Я люблю поговорить. И получается, что как бы растекаюсь мыслью по древу. Володя все свое, все натуральное. Лучше, я считаю, в нашем крае лучше коллекция слив. Крупноплодных. Вот они, фотографии. Все великолепно. Вот она, кубанская комета. Вот она, слива нектарина. Ой, что тут, чего только нет. Смотрите, это все настоящее. И саженцы настоящие.
Вот. А тут самое интересное, вот тут вот сразу повторяюсь, но не могу. Вот я же все снимал камеру, а он не против. А что, ему стыдно, может быть? Нет, наоборот. Один из настоящих, самых настоящих садоводов. Вот. Это сейчас его эти самые саженцы украшают наш весь наш регион. Вот. А справа вот тут тоже продают южные. И только я направил камеру, резкий крик: «Не сметь! Прекратить! Покажите этот документ про разрешение на съемку!» Как она на меня орала и потрясала кулаками, ну, вы догадались, почему? Железоличность популярная. Вот. А им надо продать южное на верную смерть. А за его спиной, вот его спина, а вот за ним. А я тут еще получилось интересно. Я еще не спросил, откуда. А вдруг, думаю, ну, в Сибири есть же питомники, есть. Вот. Ну, конечно, фотографии вранье, потому что такая роскошь. Такая роскошь, что ясно, что в Сибири вырасти не могли. Ну, кроме Тодорова, Филиппьева, Железова, Жестовских, Боднара. Все, вот, все. Больше никого этой роскоши быть не может. Я подхожу к ним, а там, знаете, вот отсюда видно, вот если бы он на телефоне плохо видно, вот он, мой курсор, вот он такой темный треугольничек, как бы, это саженец посажен на холм. Я только рот открыть, сказать: «Здравствуйте! Наконец-то я вижу, что продавцы знают и научат садоводов, как правильно садить на холм, чтобы не садили в ямку, где все сгнивает». Только рот открыл, не успел слова сказать. Отходите от нас. Все, мы вас не видим, мы вас не знаем. Все, 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 все. То есть понятно, что это. Уже знает, что я не покупатель. А значит, меня надо отшугануть, потому что они уже боялись, что разоблачение. Вот. Самый северный, кто у нас продавал, северный, это Молдавия и Крым. Вот. И все это я узнал от Володи, потому что рядом дешевки продают. И вот когда я подходил к нему еще в прошлом году, кстати, я говорю: «Ну как торговля? Два саженца продал за целый день», и показывает пальцем на крымчан. Ну что это такое? И бесполезно что-то это доказывать. Вот. И эта информация пусть рассказана как художественная, а не как сухим языком лектора. Надеюсь, вам пригодится. Да, ну это самое. А, я говорю: «Володя, сейчас уточню». Да, его куртка. Я говорю: «Володя Александрович, ну-ка быстренько показывай это самое, саженец, похвастайся». Вот, пожалуйста, вот перед нами лучная копулировка, прекрасный саженец. Так, значит, тема огромное количество, пусть это питомник, расшифровать долго не буду. Этот саженец не купили, и мы его не продавали. Потом, видите, рядом пустые горшки, значит, уже проданы. А здесь не куплен. Почему? Он сразу пошел в этот, к плодовой ветке. Но он как бы неполноценный, я уж подробнее говорить не буду. Вот пришла весна, зацвели войлочные вишни в питомнике, их совсем плохо берут. Когда-то вишня войлочная была самая популярная культура. Китайские сливы, волосы и вишни. Растить их проще пареной репы. Даже, наверное, легче, чем помидоры. Вот. Вырастают, покрывают площади от каждой выплюнутой косточки. Сливы от каждой корневой отводки распространяются. Ну, только попробуй это не скосить, не срубить. Везде и всюду. Причем и сливы, и волосы и вишни прекрасного качества. А сейчас все, никому ничего не надо. Вот Сергей не смог продать, видите? Уже цветение, а они не куплены. Ну, это я говорю, что захотел бы, я бы за волосы, за колоновидность смог бы многие саженцы продавать, или Сергей. Единственное, что мы халтуры не допускаем. Если я сказал, что на свете не существует ни одной колоновидной вишни, ни одной колоновидной сливы, на планете нет ни одного колоновидного абрикоса, ни одной колоновидной, нет, яблони, ладно, ни одной колоновидной груши, ни одной колоновидной персики, ни одного, ни одного, ни одного, ни одного. Вот,
на всей планете. А целые эти сайты заполнены фотографиями, 20, 30, 40 фотографий. Они одни и те же, судя с этого, одни и те же фотографии, якобы. А продают обычные. Вот. И те дерьмовенькие по качеству, ну, как бы залежалый товар. Но еще к тому же они клоновидами не имеют никакого отношения. Поэтому я просто увидел эту фотографию и сказал, захочу, выдам за клоновидный, но не захочу. А Сергей тот еще щепетильный меня. Пропустим. И, наверное, мы еще, знаете, что сделаем? Наверное, пусть будет это. Это тоже не проданное. Вот. Они не совсем полноценные, они не должны так рано свести. Сразу переход на полноношение, значит, что-то не то. Вот. Я в каком смысле не то? Вот их посадка в горшки, это для них уже как бы стресс. Уже. Вот. И тут же норовят быстрее дать потомство. Ничего страшного не случилось. Вот. Может быть, завтра на другой день после этой фотографии их продали. Скорее всего, у них все прекрасно. Вот. Но все-таки они, по-моему, оставались еще на год. Еще на год. Ну, нехорошо, когда это такое раннее цветение. И обрывать, я противник обрыва, они все равно не заплодоносят. А то боятся, рано делают, когда обломанный, оторванный цветочек, это рано, рано, рано. Об этом не знают, заносят болезни, все за счет ран. Вот. Ну и, в общем-то, почему я сказал не совсем полноценный? Более... Ну, покупают по принципу, чем крупнее, тем они, кажется, быстрее заплодоносят. А здесь получается наоборот. Тут же рядом были без цветов, хотя они были выше 2-3 раза. А цветы, преждевременное плодоношение, это признак неблагополучия. С виду все нормально, а я считаю неблагополучие. Ну, а рядом слева, видите, вот они подрастают. Вот они. Уже привиты, уже с них сняты эти самые, как их называть, сняты уже бутылки полиэтилена, вот раз, два, три и так далее. Вот четыре справа в нижнем углу. Вот, вот это и кочующий питомник, он, потому что тут же рядом где-то, вот там дальше, допустим, если где-то без горшков, уже остается навсегда. Ну, про кочующий питомник мы еще поговорим. Давайте будем считать, что это первая серия. Вот, еще расскажу, ради чего я начал снимать это кино. Я начал снимать из-за невестки. Вот. Вот из-за этой дамы. Потому что я должен это кино, когда выйдет буквально, наверное, завтра, послезавтра. Вот. Я, и увидит его, может быть, кто-то уже не позвонит ей в панике. Она устала. Звонки, караул, мы не успеем. Европейская Россия, то, что у нас в первых числах, первой декаде октября, лист начнут сбрасывать деревья, они будут или слабо держаться, или будут сброшены. И уже желательно, и мы стараемся высылать саженцы без листьев. Но ошмыгивать нельзя. Это один из страшных запрещенных мной приемов. Хотя это ошмыгивание принято чуть ли не за истину, вот обязательно шмыгивать. Запомните это, подробнее потом. Итак, первая декада октября, можете не звонить, а просто ждать, никто вас не обманет, никто вас не обует, есть такое слово современное, обуть. И никто вас не разует и не разденет. Все, друзья, первую серию я заканчиваю. До свидания. Вот, и чуть ли не сразу начну следующий фильм. Остановить запись.